Судя по всему, принц Гарри и Меган Маркель окончательно испортили отношения с остальными членами королевской семьи. Впервые в жизни их не пригласили на одно из важнейших событий Великобритании – парад в честь дня рождения короля, Trooping the Colour, который пройдет уже в следующие выходные. Это будет первый раз в жизни Гарри, когда его не ждут на официальном праздновании дня рождения монарха, сообщил королевский эксперт Ричард Эден. К слову, Trooping the Colour – это многовековая традиция, которая знаменует собой официальный день рождения британского монарха. Скоро короля Карл III и его жену, королеву Камиллу, впервые увидят на балконе Букингемского дворца в их новом статусе.